Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу интересный скрипт для Blade Ball Simulator. Этот скрипт помогает вам автоматически отбивать вот этот вот мячик, который летит. И с помощью этого скрипта вы сможете автоматически побеждать всех игроков, которые будут находиться вот на этой арене. В принципе, давайте сейчас это покажу, как это работает. Значит, для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и получить ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Так что сложного там ничего нету. После того, как скачали чит, в поиске пишем Blade Ball, нажимаем поиск. Дальше переходим обратно во вкладку Home, и вот появляется скрипт. Пока что мне удалось найти только один более-менее нормальный скрипт. Если будут еще, естественно, я их добавлю. Значит, чтобы его получить, нажимаем на него, на эту запись. Дальше нажимаем на кнопочку Get, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, включаем чит, то есть открываем чит. Дальше вставляем этот скрипт, который скопировали, и нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Если у вас открылась вот такая вот вкладка, значит все получилось. Дальше возвращаемся обратно и давайте дождемся начала следующего раунда. Так, все, следующий раунд начинается. Здесь мы голосуем за режим. Так, все, мы проголосовали. И начинается раунд. Теперь активируем этот скрипт, нажимаем на кнопочку Xcode и смотрим, что происходит. Как видите, смотрите, сейчас этот шарик летает из стороны в сторону, и мой персонаж очень внимательно, пристально смотрит за ним, куда он летит. И сейчас, когда ко мне полетит этот шарик или мячик, вы будете смотреть, что будет происходить. То есть, как это вообще работает, и как это вам поможет победить. Ну, в принципе, скрипт довольно интересный, я уже проверял. Вроде работает прикольно. Иногда, конечно, может быть немножко какая-то ошибка или лаг какой-то. Вы иногда можете сами умереть от этого мяча, когда вы его отбиваете. То есть, как видите, сейчас я просто тпхаюсь на этот мяч, когда он ко мне летит. Его отбиваю на другого игрока, и, как видите, игроки умирают. Но до этого два игрока уже убил, осталось три. В принципе, я думаю, сейчас, по идее, я должен выиграть. Сейчас посмотрим. Вот как видите, сейчас тпхнулся на мяч, его отбил и убил другого игрока. Отлично. Все, остался последний игрок. Этого игрока я тоже убил и последнего убил. Как видите, отлично. И я побеждаю в этом раунде. В принципе, все очень просто и легко. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.